хотела показать, чем вам не Москва. У нас вот такие вот пробки. Это я еду сейчас в сторону нашего автовокзала. И вот так вот. Смотрите, какие у нас здесь тоже строят дома. Впереди. А справа здесь сейчас тоже ряд будет магазинов, таких зеркалов. Ну и не только магазинов. В общем, это уже приближаемся к автовокзалу. Поближе чуть. И все та же пробка. На меня как на дурочку смотрят с машин. Я как всегда. А вот, кстати, уже и на автовокзале. Вот туда вот дальше, слева прям автовокзал. Так, сейчас попробую показать, чтобы самой никуда не спечататься. На светофорчике стою. Вот. Хотела попробовать еще показать свой аутфит, так называемый. На мне одна из моих любимых маечек, я вам ее показывала. Я в джинсах и в своих мятных, которые покупала. И да, у меня сумочка вот такая вот. Так что иду сейчас к подруге, жду ее мужа. Вот такая вот замечательная сегодня погода, плюс 29, кстати, хотя вчера было намного прохладнее. Так что вот такие вот дела. Все, я пошла. Сегодня я работаю в другом офисе, в Ессентуках. Я об этом, кажется, уже говорила. И сейчас хотела чуть-чуть вам буквально показать наш офис. Я сижу вот здесь вот. И, кстати, да, сейчас в лучшем качестве, наверное, покажу. Мне очень-очень нравится. Погода сегодня такая прям чудесная, так солнечно все вообще. Супер. И у меня столько нервов было, в общем, на работе. Там тоже то туристов не подтверждали, то еще что-нибудь происходило. В общем, сейчас сижу, разбираюсь. У меня тут список дел, сейчас покажу. Здесь, значит, у меня несколько листов, где расписано все, что надо делать. Компьютер, поисковик. Вот, я не знаю, видно на улице, какая погода. Видно вот так вот чудесно. И наш офис еще один. Я вам уже как-то показывала. Вот так вот. Два рабочих места. В общем, мне очень нравится, как здесь все переделали. Девочки новенькие здесь обе работают. Мне нравится, как они все переставили, переделали. Стало намного лучше, чем было, кстати, раньше. Я сейчас сидела, смотрела видео у других блогеров. И, знаете, очень много видео про покупки. И я хотела узнать ваше мнение. Вот, честно говоря, мне не нравится смотреть видео, когда показывают покупки и говорят, ну это еще, вот я купила, это еще закрыто, этим я еще не пользовалась, а вот еще купила это, но этим я тоже не пользовалась. Мне кажется, это бестолковое видео. Ну зачем показывать просто вот покупки, если еще... Я сняла видео про покупки, когда использовала уже месяца два продукты, кстати, надо... Да какой два? Месяца три, а может даже и четыре, надо выложить видео. Я не знаю, вот мне интересно ваше мнение. Или просто нравится посмотреть на количество вот этих всяких тюбиков. Можно во влоге это показать. Мне так кажется, не знаю. Вот очень-очень действительно интересно ваше мнение. Я в итоге, кстати, так и не сделала тег про гардероб и много других видео. Девочки мои миленькие, не только девочки, но все те, кто меня смотрят. Честно скажу, ну вот времени сейчас очень-очень мало, и я перед отъездом обязательно, чего бы мне это ни стоило, за несколько дней до отъезда, я сниму видео, два отдельных, я так планирую, напишите тоже свое мнение, видео про то, что я хочу взять с собой из декоративной косметики, моя косметичка в дорогу, и моя косметичка, скажем так, уходовых средств, что я возьму с собой. И, может быть, уже во влоге сниму чемодан просто, что взяла там из вещей, может быть. Но вот два этих видео я хочу снять, и в то время как раз, пока я буду в поездке, они, я их оставлю как запланированные, они выйдут, чтобы вам было что смотреть, и, конечно, ну, самой дороги, это, естественно, я очень постараюсь снимать еще видео, сейчас только решу вопрос с зарядкой, что делать, потому что телефон у меня не держит так долго зарядки, с камерой неудобно, ну, в общем, свои такие заморочки, так что да. И вот опять у меня тут какая-то штука выскочила, болит жутко. Мне несколько дней, слушайте, я хожу, я то с хвостиком там хожу, то опять. Но мне некогда, я даже сейчас маски не делаю толком вообще. В общем, маникюр сделать не могу, это какой-то дурдом. Не нравится мне, конечно, как
я выгляжу, но ничего. Я себя приведу обязательно в порядок. Так, я сейчас дома сделала себе масло на волосы, облепиховое с маслом бэй. Пойду сейчас набираю ванну себе с солью, с маслами, в общем, все как положено, как я люблю. Смою макияж, поскраблю личико. В общем, обычная рутинная вечерняя будет. Никак я не сниму об этом видео, но сделаю обязательно, рано или поздно я сделаю об этом видео. И хочу показать вам кофточку, которую я купила, и свои пустые баночки кое-что. Вот такой вот пакет большой. У меня практически уже полный. Здесь всякие пустые баночки, кое-что с сайта iHerb. В общем, здесь и декоративная косметика, и то, что практически полное, просто выкидываю. Ну, в общем-то, да, я собираю. Надо будет сделать до отъезда, постараться об этом видео. Чуть было не забыла показать вам вот эту покупочку. В общем, так вот она тут сейчас перевязана. И сзади обычная такая, вроде рубашка, вроде в клетку, и в то же время что-то такое ажурное. И здесь как-то вот так, но я так вряд ли буду носить, я, скорее всего, распущу. Ну, в общем, что-то под джинсики, я думаю, пойдет. Хотела показать еще вот такую вот рубашечку тоже, которую мне мама презентовала. Мне очень нравится материал, как он тянется, вот такие вот мелочевки, как здесь сделано. Вообще, то есть, в принципе, и сзади она вот так вот сделана. Сейчас буду ее гладить. Я себе заварила сейчас чаечек, вернее, он заваривается, Липтон. Мне очень сейчас нравится вот этот вот чай черный. И трюфель. Мне два вида нравятся трюфеля в магните. Мама покупает либо вот такой вот, либо золотой. Но вот этот, кстати, мне тоже очень понравился, хотя его намного меньше. Раз покупала, сейчас заварится чаек, положила себе две штучки и пойду редактировать видео про пустые баночки. Сейчас видео гружу на канал про пустые баночки. И как раз я не выкидываю пустые баночки до тех пор, пока я не загружу видео и не добавлю все описание. Только потом выкидываю. И решила сейчас разрезать из пустых баночек то, что у меня осталось. Это вот такая вот отсвечивает. Да? Основа от Essence. Я просто хотела показать, насколько много там осталось еще средств. Очень-очень прям много. Так, почему так отсвечивает сейчас? Вот, сниму без вспышки, чтобы было видно. Смотрите, просто получается до дозатора не достает, а там мне еще раз на 20-30 хватит, наверное, вот этого праймера от Essence. И L'Oreal Magini правильно я срезала. Ну, в общем, получается и здесь на стенках вон сколько тонального крема тоже раз еще. И здесь, смотрите, сколько. Ну, раз на 10 мне хватит воспользоваться. Сейчас это все вместе, вот так просто стоя в пакетик уберу, чтобы не засохло, и все. Вообще здорово. Так, сегодня у нас уже 18-е, по-видимому, мая. Я весь день что-то не снимала видео, на работе было некогда. Хотела показать еще вот такую юбочку, которую мне подарила мама, в общем, джинса. Она чуть темнее, чем передается на камеру. Я очень люблю джинсовые юбки. Ну, так, в принципе, знаете, такая более-менее обычненькая. Сзади сейчас покажу, как она выглядит. Я ее только померила, посмотрела, что она мне как раз. Ну, самая обычная джинсовая юбка. Сейчас, надеюсь, еще схудану и возьму ее как раз с собой дорогу. Вот такая вот. Сама я, кстати, сижу сейчас с маской на голове, я себе сделала перцовку, в корни втерла, также касторовое масло и репейное, и подлиннее масло амлы, чтобы на кончике везде тоже попало. Сейчас пойду умываться, я днем сегодня спала, сейчас что-то там пыталась краситься, перекрашу себе ногти на такой синенький, может покажу попозже цвет, и да, пойду сейчас умываться, в общем, и масочку, может быть, какую-нибудь одну сделаю. Вообще очень жарко, у нас сегодня было плюс 29 тоже или 30, ну прям такая вот, знаете, не весна, а такое лето-лето уже. Я сейчас, кстати, я сейчас как это хожу, вообще отращиваю себе на всевозможных частях тела волосы. Ой, на мне платье шиворот на выворот, я только увидела.
В общем, я говорю, что я спала, потому что я не высыпаюсь. Каждый день сейчас работаю, не высыпаюсь, вообще подустала, честно говоря. Вот, и отращиваю, чтобы сделать себе эпиляцию. Хочу прям максимально все отрастить и все-все-все, чтобы уже потом не мучиться по этому поводу. Кстати, мне тут девочка одна начала опять рассказывать по поводу лазерной эпиляции, не фотоэпиляции, а лазерной. Девчонки, кто делал, поделитесь тоже своим мнением, потому что я думаю начать с подмышек, попробовать, как приеду, может, даже летом уже начну. У нас процедура стоит в среднем, ну, если бикини, это 4000, подмышки я еще не узнавала, не знаю. И вот она говорит, она 5 раз делала, и там вообще... Чуть-чуть осталось у него волосков, говорит, вообще замечательный эффект. Хочу попробовать, что вот в одном месте у нас где-то в Пятигорске нормально вроде делают. Ну, не знаю, много где, по идее, вообще делают. Хочу вот узнать по поводу этого. И кто делал, поделитесь тоже своим мнением. Вообще, она сказала, что это очень такая болезненная довольно-таки процедура. Ну, не знаю, ну просто уже замучилась. Слушайте, говорю, у меня прям вода течет, очень жарко. Пошла я умываться. Я уже умылась, и сейчас буду делать маску скраб, вот такую вот, Мертвое море, для жирной кожи. Как всегда, у меня отсвечивает все. Так, в общем, я вам ее не раз уже тоже, эту маску скраб, показывала. За ее цену мне она вообще великолепно нравится, и как она работает, действует. И маску-пленку от Фриман мне нравится. Вот я уже тоже рассказывала об этой маске не раз. Такой вот приятный-приприятный аромат свежего огурца, вот свежепорезанного огурца. Вообще супер просто. И нравится эта маска-пленка, нравится, в принципе, как для жирной кожи тоже она работает. Сейчас, кстати, я не пользуюсь часто маслом чайного дерева. Вот у меня кожа опять начала сильно жирниться. Особенно сильно, вообще ужас какой-то. Кстати, сейчас еще кое-что вам покажу. Мы с подругой были в магазине, и она мне, в Эльдебате как раз, она мне подарила вот такие вот матирующие салфетки. Я сначала увидела, вообще там огромная такая упаковка была, оказывается, они вот в такой маленькой, в принципе. Ну, вот это, конечно, идеальные салфетки и размер упаковки, но их, я так поняла, давали только в подарок. Я в подарок и получала тоже в Эльдебате. И, конечно, удобно то, что вот так вот по одной штучке отсюда можно доставать, и маленький размер, ну, как бы классный вообще, особенно в дорогу. Эти мне понравились, ну, вот эти мне нравятся больше, как снимают даже жир, да, как поправлять макияж можно. Эти тоже неплохие, в принципе. Так, стоили они, кажется, 100 рублей. И вот такой минус, то, что они все вместе. Сама площадь одной салфеточки большая, как и упаковки получается, но вот они как бы все вместе, и нельзя вытаскивать по отдельности. Вот, но а так, я, конечно, еще раз очень благодарна, спасибо большое. Но у меня так получилось, что, в принципе, честно говоря, и возможности не было. Как видите, я ничего сейчас сама себе не покупаю. И вот она меня решила выручить, спасибо тебе огромное. Вот, так что почему бы и нет, продаются, естественно, не только в Эльдебате. И да, еще хотела сказать, я раньше, я даже не знаю, как я жила без матирующих салфеток, потому что я помню, как делала я брала пудру и просто сверху этого жира, грубо говоря, наносила пудру таким образом, чтобы убрать жирный блеск. Ну, по сути, я прибивала его в кожу, это ужас. Вот я сейчас представляю вот это все, я понимаю, что это ужас. Поэтому, конечно, матирующие салфетки это супер-супер вариант. Или даже если, например, вот сейчас у меня пудра тоже заканчивается, я не покупаю. Я у вас спрашивала, делала опрос в ВКонтакте. Спасибо большое, что приняли в нем участие. Честно скажу, у меня не было, я хотела купить хотя бы рублей за 200, за 300, но вот так получилось, что не смогла я купить даже такую. Я уже думаю, ладно, подожду. И, скорее всего, у меня есть прозрачная пудра от Essence осталась. Думаю, оставлю пока в поездке. Уже лучше, наверное, я сразу, скорее всего, куплю себе пудру, какую я хочу. Уже куплю себе сразу нормальную. То есть, в том плане, то, что я знала, какую. Ну, как бы, пудры мне почему-то, мне хочется, я хочу либо Клиник взять, либо все-таки что-нибудь из уже люксовой, потому что даже могу судить по своей Клоранс, при ежедневном использовании мне ее хватило на, так, чтобы не соврать, я ей пользуюсь с сентября месяца. И вот она у меня сейчас, я вышкребла последние эти, ну, тоже уже почти закончилась, то есть я ее из упаковки даже удалила.
по краям пособирала, что там было, и все. Кстати, все продукты использую до самого-самого конца. Даже плохие, то, что мне не нравится. Но вот уже прям вот если вообще-вообще я не вижу никакого смысла, только тогда я выбрасываю. Кстати, в следующих пустых банках я, скорее всего, о нескольких таких и расскажу, то, что чем невозможно прям пользоваться. Еще раз хочу с вами поздороваться. Сегодня уже 18 мая, и что я хотела сказать? Я решила, что с завтрашнего дня я все-таки посажу себя на какую-нибудь диету, чтобы хотя бы за дней, ну, за недельку хотя бы чуть-чуть похудеть. И сейчас сижу на работе, воскресенье, представляете, какой-то ужас. И, честно говоря, решила записать такое коротенькое в конце уже видео, что... А то как-то некрасиво получилось бы, что я не сказала бы даже вам пока-пока. Так что да, начну с завтрашнего дня снимать уже следующий влог, недельку так называемый. И этот не буду слишком затягивать. А сегодня я скушаю гира, я очень сильно хочу гира. А, знаю, что это вредно, неизвестно из чего делают и так далее. Но уж очень-при-очень хочется еще... У меня такая вот болячечка, ногти вчера перекрасила, довольная, счастливая. Я, наверное, в следующем влоге сделаю что-нибудь, какой-нибудь опрос, хочу с вами посоветоваться, что мне лучше с собой взять, потому что я в раздумьях, и вот думаю с вами посоветоваться. Все, спасибо за просмотр, что вы были со мной, и пока-пока.